Так, ребят, пока эфир запускается, еще раз вам хочу предложить котят. Это девочка такая пушистенькая. Ласковая-ласковая. А вот это мальчик. Рыженький. Мурлышка. Заряженные. Заряженные котята, кармически заряженные. Что ты тут что? О, все. Все пошло. Угу. Ребят, сегодня у нас будет с вами эфир, посвященный ребятам, которые были на марафоне по депривации сна. Был марафон 5 дней, как и предполагалось. Конечно же, за 5 дней я смогла дать только ту информацию, которая, ну, как бы, ту, которую смогла дать за 5 дней. Понятно, что я вообще по каждой теме могу разговаривать сутками, потому что новая информация, она все время приходит, обновляется, и ее невозможно... Ее невозможно всю выдать. Такого не будет. Все течет, все изменяется. Она постоянно изменяется, эта информация. И правильно, как сказал Андрей, дал свой отзыв, такой, что говорит, ну, вроде бы Светлана сказала все, что я знаю. Но как только, говорит, начинаешь углубляться в то, что она говорит, то разворачивается целая цепочка. Именно про это, ребят, я вам как раз и говорю, что я всего лишь триггер, чтобы разбудить, возбудить ваши знания, которые находятся в вас. Они бомбические. Это касается и знаний, это касается и интуиции, это касается возможностей физического тела. И про возможности физического тела я думаю, что уже через несколько месяцев я вам покажу что-то другое, и вы поймете, что насколько это все реально, абсолютно все. Вот. И да, это как раз про то, что я запускаю в вас. И то, что я ребятам сказала, что, скорее всего, у вас после этого начнется, после любого марафона, после любого ретрита, начинается пересборка с новым себя. И это всегда больно. Это всегда депрессивное состояние. Это всегда слезы. Что и случилось с ребятами. И это ваш новый этап. Это здорово. Ну, а теперь я бы хотела... Всем добрый вечер. Добрый вечер, Светлана, добрый вечер. Всем добрый вечер. Я бы сейчас хотела бы начать отвечать на вопросы. О, опять свет выставился. Я без единой морщинки. Ну ладно. Так. Так, вопросы по депривации. Так, сейчас я отмотаю.
Так. Вот вопрос. Так, 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 так. Как рассчитать будильник на 15 минут, если я не засыпаю мгновенно, а обычно какое-то время просто лежу? Значит, ты не хочешь спать. Потому что когда у тебя приходит это именно не спи, ты себя зачем укладываешь? То есть человек, когда хочет спать, он стоя начинает спать. И если он ложится, то там нет... Там нет такого, что ты какое-то время что-то крутишься, еще что-то. Это ты не хочешь спать. Не ложись, начинай делать другие дела. 15 минут – это когда ты уже тебя рубит, и чтобы ты не улетел в стадию глубокой фазы сна, вот эти вот как раз 15 минут, которые будут тебя выдергивать. Что такое капсула времени? Капсула времени, у нас несколько есть временных сегментов, и мы погружаемся в определенную капсулу времени, в которой нам комфортно находиться на данном этапе. И все, наверное, видели, например, фильмы. Может быть, кто-то не участвовал, и очень хорошо, не обязательно в этом участвовать, но, например, фильмы есть, да. Вот где, например, авария, да, и там человек, например, перекручивается в машине. И посмотрите, там сразу же показывается три временных отрезка. То есть в машине кто находится, и он, когда начинает крутиться, у него как в замедленной съемке, там, тын-тын-тын. У него как в замедленной съемке внутри, снаружи замедленная съемка, он вот так вот прокручивает. Внутри вся его жизнь начинает просто лопатиться от рождения до настоящего момента, либо от настоящего момента до рождения. И люди, например, которые стоящие на обочине, либо проезжающие мимо, они это видят в своей капсуле времени, в третьем временном промежутке. Действие одно и то же для всех, восприятие для разных людей разное. И как раз на фоне стресса восприятие одного человека идет сразу же в несколько временных капсулах. Это если в двух словах. Если не в двух словах, то мне нужно будет вам тогда очень долго рассказывать, что такое временная капсула, как мы туда попадаем. Это очень интересно, но это я не могу озвучить на прямом эфире, потому что у всех разная стадия понимание, осознание, что с ним сейчас происходит. И кто-то это поймет, что я говорю, кто-то будет идти в сопротивление, потому что скажет, у меня не так происходит. А для кого-то это будет на данном этапе вообще глупость. И для кого будет глупость, его как бы откинет от его пути. И это я просто сделаю медвежью услугу. Так, хотела бы задать несколько вопросов. Можно ли депривировать детям и во сколько лет? Ребят, про детей я в открытом эфире тоже не очень могу отвечать. Сами понимаете, почему, да? Вот, я так развесисто скажу, что если вы видите, что, например, у вас ребенок, выходные у ребенка, каникулы, там еще какой-то процесс, когда ему не нужно обязательно вставать в то время, когда он не может встать. То есть вы должны смотреть, что такое для ребенка депривация сна. Это вы, например, подепривировали, и вы знаете, вам нужно куда-то идти, вы раз собрались и пошли. А для ребенка у него нет этого понимания. И если он, например, ночью будет рад, что его родитель не укладывает спать, то утром попробуйте его поднять в школу, в колледж. Для него это будет на гормональном уровне это для него будет такое достаточно неприятное состояние. Но это я вам так мягко говорю, да? То есть внутри организм к этому не перестроится.
невозможно, не надо экспериментировать с детьми, вводя его в социальную систему и тут же вытаскивая. Это сложно. Если уж вытаскиваете вы его из социальной системы, тогда чтобы он не ходил ни в какие социальные программы, ни в школы, ни в садики, ни в техникуме, никуда, чтобы он жил в своем ритме. Тогда это можно позволительно быть. А если вы его в социальную программу сначала ввели, а потом пытаетесь его выдернуть, то я бы не стала так делать. Так. Как удается сохранять вес, например, вам, Светлана, не едя? Можете рассказать, как это работает? Рассказывала очень много раз. Ребят, посмотрите, пожалуйста, ролики. И вы все прекрасно знаете, что вес не связан с едой. Это первый момент. Есть люди, которые, вот некоторые бывают смеются, не в коня корм, да? Вот такие вот выражения всякие. Это когда человек может есть много, и он прям, ну вообще как велосипед. А может пройти мимо, булочку понюхать, и раз, 28 килограмм плюсом. Это не от еды зависит, ребят. И вы все прекрасно можете понимать, что, например, люди, которые по каким-то причинам находятся в коме и на жидкой глюкозе проводят несколько лет, и вы можете посмотреть на них. То есть они нельзя сказать про всех, что все просто как велосипеды лежат. Некоторые сохраняют абсолютно тот же вес, в котором они ушли в состояние комы. Исследуйте этот вопрос. Это вообще не относится к еде никак. И ребятам на открытых, на живых встречах, где без камер или на ретритах, естественно, я рассказываю в том числе и как, что такое происходит с весом, как это и почему. Про себя, да. Третье. Для чего все-таки мы приходим на Землю? Пробудиться и выйти из системы? Жить в радости и удовольствии? Я рассказывала на этот вопрос. У меня даже есть, ребят, на канале. Давайте, которые вопросы я озвучивала, я их не буду еще раз озвучивать, чтобы по максимуму ответить на другие вопросы. Это как раз, вот у меня есть коротенькие ролики, там по минуте, по две минуты. И там в том числе я рассказала свое видение нашего прихода сюда. Оно очень простое, но вы можете туда углубиться и понять ваше предназначение. Ваше именно предназначение. Так, я отметила, что на естественных днях понижается температура тела до 35 градусов у меня. И в то же время на депривации сна, но с едой. Также идет устойчивое снижение температуры. С чем это связано? С тем, что снижается активность паразитов, так как для них усложняются условия обитания. Но если бы вы себя все время ассоциируете либо с животными, с какими-либо, либо с паразитами, почему вам так удобно уходить от себя? Почему вам так удобно себя эти вопросы задавать именно в таком контексте? Во-первых, температура тела меняется, потому что но если в вашем теле останавливается завод, который просто перемалывал все вот это вот, естественно, напряжение спадает. Напряжение спадает, и температурный режим, он выстраивается в более лайтовом, так скажем, состоянии. То есть температура тела падает разная. Я могу сказать, что у меня меньше 35, чаще всего, но у меня сейчас градусника нет, но чаще всего меньше 35 градусов падает. Вот, и это как бы... Это норма, это у всех такое бывает. Как температура тела связана с жизнедеятельностью и потенциалом организма? Все, что происходит с нашим телом, все связано, все взаимосвязано каким-либо образом. Это безусловно. И температура тела связана с то, что ему топки не нужно пережигать что-либо. Вот. А когда топки не нужно пережигать, он делает акцент на другом, на ином. Вы можете прийти в зал, например, на пранафите, я буду это прям на марафоне пранафит, я это прям вам покажу, озвучу, и более глубоко это разберем. Это когда ваша температура тела более маленькая, да, и
ну, например, вот у меня спортивные часы, да, любые спортивные часы, браслет, вы тоже можете отследить. Там получается, что пульс, он тоже более низкий становится. И это говорит о том, что ваша кровь, ваша лимфа, ей не нужно молотить, а у вас идет акцент на мышцы и сухожилия. Ну, это, к примеру, да, сейчас маленький промежуток взяла, это спортзал. И это касается всего вашего жизненного процесса. То есть у вас акцент идет на иной. То есть в спортзал вы туда ходите для чего? Чтобы сделать мышечный корсет более плотным, чтобы сделать сухожилия более тянущимися, более такими, чтобы они не при каждом удобном случае там растягивались, рвались, еще что-то. То есть вы свой организм выстраиваете по-другому. И тогда ваш организм настроен на это, не на пережигание всякого дерьма, которое в вас находится, а на структурирование тела. Светлана, мясо не ем. Так, про питание здесь не будем сейчас. Все-таки про депривацию. Так. Светлана, здравствуй. Мой вопрос такой. Можно всю ночь не спать, а утром после 6, но после восхода солнца глаза закрываются, и это давно так. С чем связано? Смотря какой у тебя образ жизни. Ребят, смотрите, вопросы. Есть такие вопросы, на которые я отвечаю, которые вы можете понять, о чем я отвечаю. Но есть те вопросы, когда вы мне можете задать там, Свет, я сегодня покакала зеленым говном. Что такое? В чем причина? Я не знаю, что вы съели, я не знаю, какой у вас образ жизни, я не знаю, может быть, вы до этого 38 дней вообще не какали, и тут вдруг у вас попа очень сильно... Я даже не знаю, вы ночью работаете, а днем просто так... Вы так привыкли, вот и все. Это связано только с вами. И если уж вы спрашиваете таких вопросов, то тогда говорите что-то более развернутое. Света, как себя начать слышать? Даже в выборе места жительства, город, деревня. Благодарю тебя за твое тепло, честность, всем сердечком обняла, мне тебя мало. Еще впитывать информацию хочу. Ребят, каждый раз все время говорю, как себя слышать. Вот если вы прочувствовали, что это ваше, а потом включается голова, ой, нет, это неудобно, это не должно быть так, это еще что-то, это уже не про вас. А то, что идет вот отсюда, это ваше. Это когда вы о чем-то подумали, и сначала такая искорка такая, а потом такой, ой, да не-не-не, это не про меня, это не со мной, это вообще так не должно быть. Вот это вот первое вот ощущение, это как раз то, что вам будет давать потенциал. А вообще самое простое, как прийти к себе, это через честность. Вот смотрите, еще один пример приведу, да, как прийти к себе. Почему через честность? Мы так много об этом говорим, вы все об этом знаете, но вот бывает, что вот не щелкивает. Давайте с другой стороны попробую вам это показать, другое видение. Например, у меня была женщина на консультации, и она говорит, я не хочу жить. Я не вижу смысла жизни, я не вижу ничего. Вроде бы все замечательно, и живу я неплохо, и работа неплохая, и с деньгами вроде бы все хорошо. Но вот смысла жизни я вот какого-то не могу его ощутить, и такой поставила свой организм на разрушение. И это прямо уже чувствуется. Это чувствует и она, это чувствуют и окружающие, и дети чувствуют и переживают за это. И когда мы начали разбирать, все оказалось намного проще. То есть что оказалось? Что много лет назад ей нравился мужчина.
Ей нравился мужчина, но она не смогла ему сказать о том, что он ей нравится. Она говорит, ну потому что он был вот такого-то статуса, такой-то внешности, такого-то... И много-много-много-много факторов, какой он был. И она просто не смогла по-честному, по смелости подойти к нему и сказать, что он ей нравится. Потому что она за него решила... То, что она ему не подойдет. Но честность – это ведь не влезть в его поле. Честность – это не додумать за него. Честность – это не получить тот результат, который хочешь ты. А честность – это то, что озвучить то, что происходит с тобой на данный момент времени. И она в результате уехала из этого города, вышла замуж за другого человека, потому что он к ней хорошо относился. Ну, в общем, неважно почему, вот она так сделала. И всю жизнь она прожила в достатке, еще в чем-то. Но здесь все время было закрыто, здесь все время болело, здесь все время вот ныло. И она всю жизнь в этом прожила. И на какой-то просто... В какой-то период, когда уже ей не на что было отвлекаться, дети выросли, с внуками уехали, ей уже... И её-то у нее нет, она себя подавила там, в том городе, рядом с тем мужчиной, она себе уже сказала, что нет, я стопэ, я с собой не буду, я уезжаю, буду удобной для самой себя. Вот. А удобной, а эту настоящую я оставляю здесь, потому что ее с собой я взять не смогу. Она тянет, она давит, она любит. Я не хочу быть такой. А ей нужно было всего лишь что сделать? Не для него, а для себя подойти и сказать, ты мне нравишься. И там было бы много вариантов ответа, вплоть до того, что... Он бы сказал ей, ты мне вообще не нравишься, ты не в моем вкусе, пошла отсюда, видеть тебя не хочу. Даже при этом раскладе она бы сделала тот маневр, который бы сделала она сама. Не она удобная для того, чтобы не чувствовать, а она такая, какая есть раскрытая, через раскрытость самой себя, через честность самой себе, она бы сделала это. И тогда я у нее спросила, а что бы ты сделала, если бы вот он тебе так ответил? И она мне тогда сказала, говорит, я все время, говорит, хотела ходить на танцы, мне казалось это красивым, но как-то я вот немножечко стеснялась, если бы он мне сказал вот так вот, я бы пошла на танцы, чтобы доказать, не знаю, там, ему или себе, что я вот такая вот классная. Представляете, как бы изменилась ее жизнь, если бы она просто взяла в тот момент и сказала бы себе по-честному. Вот это и есть себя слышать. Когда ты по-честному идешь туда, где весь мир тебе говорит, это не твое, ты туда не дойдешь, ты старая, ты бедная, ты больная, у тебя 20 детей, у тебя там муж какой-нибудь или жена какая-нибудь, у тебя еще что-то. И тебе все говорят, ты что, это вообще не для тебя? Вот просто этот мир вы создали себе таким специально, чтобы не пойти к самой себе. Чем больше вас мир отговаривает от каких-то действий, от каких-то решений, от каких-то шагов, то знаете, это он, вы себе создали такую ситуацию только лишь потому, что вы танк. Вас один человек, если бы один там где-то из форточки бы вам крикнул, не надо, ты туда не дойдешь, вам бы его не услышали. Или там, ну, сказали бы, ну, как бы, ну, может быть. А вы себе создали вот эту ситуацию, весь мир, когда вам кричит, что этого не может быть. Только потому, что вас ничего не остановит. И хоть как-то пытается хоть кто-то какими-то бомбардировками вас остановить. Потому что вы неостанавливаемый, вы идете. И вот если вы понимаете, что против вас весь мир, то знайте, вы туда дойдете.
Потому что только так пытается вас хоть как-то остановить. Потому что там будет, там триумф. Вы уже есть этот триумф. Это через честность. Не останавливайтесь, ребят. Идите туда, где вы чувствуете. Не бывает никаких, ну никаких, просто никаких барьеров, только у вас в голове. Хотите с ними жить? Это тоже ваше решение. Это тоже не хорошо и не плохо. Это удобно. Но если вы пишете этот вопрос, значит, вам неудобно. Прийти. Светлана, благодарю за марафон. Подскажи, пожалуйста, как пройти этап, когда на длительном питьевом режиме или на чистых становится все безинтересно, не видишь смысла ни в чем, делать ничего не хочется. Где себя обманываешь? Ну что? Где ты себя обманываешь? Где ты не пошла туда и потеряла этот интерес? Оставила свой чемоданчик со своим приданным где-то на тропиночке и пошла без него, потому что без него легче. А теперь думаешь, ну как-то вот так. Света, добрый день, благодарю за марафон. Вопрос, как не выпадать из состояния потока? Бывает, расширяет? Идеи льются, классно, состояние творческое, а потом выключают. Не совсем понимаю, как это происходит и почему туда-сюда мотают. Благодарю. Туда-сюда мотают, потому что, опять же, почувствовали вот этот поток, увидели, что это вот, начали вроде делать, а потом, ну, это я не успею доделать. Это я, на это у меня денег не хватит, на это времени не хватит, на это ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И все, и потихонечку жух, и выпал из этого состояния. Идите. Просто идите. Действие ваше вот здесь вот, в этой плотности вам это физическое тело дано для действия. Идите и действуйте. Не останавливайтесь. Светлана, благодарю за то, что проводишь доступные марафоны и встречи. Ретрит – это, конечно, мечта, пока всему свое время. А то я прям что-то плачу и плачу. Да, ребят, вы после меня всегда будете плакать. И после ретритов. И после живых встреч, посмотрите, что ребята как пишут, после Красной Поляны, после ретритов, ну пересборки какие идут, ну это все, это дно. Зато потом... Так, почему, когда делаю легкие вещи, вяжу крючком, учусь рисовать, изучаю английский язык и прочее, через 5 или 10 минут начинает точнить сильно и в жар бросает. И если я продолжаю через тошноту... тошнить сильно и в жар бросает. Если я продолжаю через тошноту, бывает, появляется чувство злости. Я еще могу понять, когда даю сильную зарядку, начинает тошнить. А вот когда ем до полного отвала, там тошнит просто. То есть либо тошнит... либо тошнит и в жар бросает. Ну, во-первых, мы, ребята, очень с вами подробно я вам рассказала, что точка отчета у вас все равно она должна быть. И вам нужно понимать состояние вашего организма, откуда вы отталкиваетесь, к чему вы идете. И вот ты тут написала, что тебя тошнит в любом случае. Только при одном случае тебя еще тошнит и в жар бросает, а в другом случае тебя просто тошнит. Нужно смотреть, что у тебя за ЖКТ, при чем здесь крючок, если тебя все время тошнит. Если я правильно прочитала вопрос. Либо ты как-то так его написала. 5 ночей подряд я спала с 5 до 7 утра и вечером с 19 до 22 часов. Люблю осознавать информацию в записи. Вчера чувствовала такую усталость, даже слабость, и с 18 часов проспала до 4 часов утра. Скажите, обнуляется ли путь в депривацию сна после сна целую ночь? Сейчас мое намерение продолжать тренировать тело, спать по 2-3 часа с 4 часов утра. Спасибо. Ну, Светлана, тебе, во-первых, нужно решить вопрос с телом. Не идти, ты опять уходишь от себя, то есть ты не решила вопрос с телом, и ты, чтобы не возвращаться к себе, потому что это больно, сейчас будет прорабатывать, ты решила пойти в другую практику. А тебе нужно,
тебе нужно вытащить свое тело из состояния разуплотнения. Это же важно. Старалась чесночную воду пить с 11 часов, с 11 часа, после даже легкие пробежки. В 3 минуты трудновато, трудновато также и после сыроедческих употреблений, не говоря уже о вареных овощах с крупами. Клонит сон, лучше после какой-либо еды поспать, сидя спать не получается, возвращалась привычно, говорит, да, позу, со временем получится, воротник приобрела, это хорошо, нужно понимать, что у тебя, скорее всего, у тебя вообще на фоне, есть у тебя отеки или нет, нужно смотреть, если есть, то в какой части, верхняя или нижняя, во-первых, во-вторых, тебе нужно смотреть уровень магния в крови, так как ты еще ешь, микроэлементы не вырабатываются. Ребят, тот, кто еще находится на питании, микроэлементы не вырабатываются. Они еще берутся из еды, из какой-либо. Поэтому смотрите, что у вас происходит с организмом. А у Светланы тут другой вопрос. Тут нужно прямо телом заняться вплотную. Потому что с практики на практике это ты с одной стороны от себя отворачиваешься, в другую сторону от себя отворачиваешься. Так только тоже ничего хорошего. Светлана, здравствуй. Вопрос. Насколько меняется гормональный фон при депривации сна? Традиционная медицина говорит о том, что если не спать, то нарушается гормональный фон, рушится здоровье. Благодарю. Ну тогда залезайте в любые научные труды и смотрите, как в клиниках лечится шизофрения и иные психические заболевания медикаментозным лишением сна. Как это они так лечатся? А остальным всем спать надо. Да, меняется гормональный фон. Благодарю за этот марафон. Много новой информации. Теперь размышлять, ощущать, делать. Благодарю. Думаю, сейчас нужен марафон по переходу в малоедение. Как скоро это может произойти? Марафон по переходу в малоедение, я его не могу сделать коротким. Мне нужно прям с вами идти как минимум 21 день, минимум. И я его хочу сделать в клубе, но в клубе, чтобы было 1000 человек, и тогда мы запустим его. Но многие просто не понимают, про что это. Я, наверное, его сделаю вообще 3 дня. Сейчас вот я сейчас слетаю в Москву, прилечу, мы с ребятами подумаем, когда его запустить, потом я еще на недельку слетаю на ретрит в Москву, и после московского ретрита, я не знаю, как лучше это перед Новым годом вам перейти на малоедение, или вы в Новый год скажете, а я сейчас как наемся, а потом уже буду переходить. Давайте мы устроим плашку, и я сделаю 3 дня абсолютно безоплатных, чтобы вы понимали, что будет на этом марафоне, чтобы вы понимали, как он пойдет, а потом, когда наберется народ, который уже понимает. То есть это не обязательно для сыроедов, это могут быть просто люди, которые на традиционном питании, но с какими-нибудь отклонениями по здоровью, где им все равно нужно куда-то себя выводить. Это могут быть люди, например, с раковыми заболеваниями какими-либо. Неважно. Вот. Это будет марафон, он будет для всех, это на новую этап вас перевести. Вот. И сделаем, наверное, такой опрос, это будет перед Новым годом, либо после Нового года. Потому что если вы намерены в Новый год оторваться, то как бы смысл его тогда проводить до Нового года. Тогда, наверное, после Нового года нужно проводить. Я думаю, что это будет более актуально. Вот. А если кто-то хочет Новый год провести по-иному, с минимум еды или вообще без еды, и в переход прям с проводниками, я даже, наверное, в Новый год себя могу назвать как проводник, потому что там будет такая практика, несколько практик будет таких глубоких в этих вибрациях. Поэтому, если кто-то хочет, присоединяйтесь. Все контакты мои, либо администраторов Галины и Андрея, все контакты есть. Мы Новый год, по-моему, с 29-го, не помню, либо с 29-го, либо с 30-го
тоже там у нас получается на 5 дней. В Сочи он будет, вот, в большом доме. Большой дом, мы сейчас ведут ребята переговоры, администраторы, будем его брать. Уже практически все договорились, вот, поэтому там можно будет и с детьми приезжать, и с мужьями, и с женами. Кто в теме, кто в не в теме, будет всем интересно. Вот, и ценник мы специально этот дом нашли, и нам так повезло, чтобы ценник мы не поставили конский, как это бывает в Новый год. Чтобы к себе этому мог позволить... Ну, блин, практически каждый. Вот так. Так, Светлана, спасибо тебе большое за марафон. Ты говорила, что вибрации с 2 до 4, и с 16 до 18 идут от технических устройств. А если выбросить все гаджеты и идти в лес, вибрации там уже недоступны? Ну, я так скажу, что они меньше, но вибрация, мы же с вами, помните, говорили о том, что вот берешь, да, и что здесь кончик, что здесь. Здесь я его просто вижу как бы как тоньше, потому что я его вижу, он как бы дальше от меня, но он такой же. И если из всех вот каких-то гаджетов идет вот эта вот волна, да, то если ты будешь, например, где-то на природе, конечно, она уже будет не от гаджетов идти, она уже будет вот то, что дотянется по земле, но ты там чувствовать ее будешь. Тебя-то ничего не перебьет. И ты можешь просто ее закрутить обратно, то есть, чтобы они тебя обходили. Тебе не нужно с ними будет бороться. Тебе не нужно будет делать какие-то там вещи, которые тебе будут сложно, чтобы ты не будешь расходовать свою энергию на то, чтобы убрать это вибрационное поле, которое нацелено на что-либо. Ты уже будешь его просто видеть, и оно будет проходить мимо тебя. Конечно, если это касаемо... Вы потом и в городе, ребят, это будете видеть. Вы и в городе можете не принимать какие-то волны. Либо вы будете чувствовать, что волна пошла, и вы можете очиститься. Для вас это уже будет просто очиститься. Это тоже очень такой момент. Вот. Ну, а если за городом, то, конечно, проще. Это даже не обсуждается. Светлана, подскажите, с какими еще сопротивлениями можно встретиться на переходе на депривацию сна? Если уберешь питание. Я начала болеть во время марафона, собираюсь к вам на ретрит. Приезжай на ретрит, я там тебе вообще все расскажу, никуда не денешься. То, что ты начала болеть, это... Ну да, организм же когда распаковывается, он же начинает это вытаскивать все из себя. Это, знаете, самый простой пример, когда деткам, очень многим детям запрещают цитрусовые, потому что, говорят, он только съест цитрусовый, его обсыпает всего. А по факту что происходит? Ребенок съедает цитрусовый, и цитрусовый провоцирует все вот эти вот недуги, чтобы они выходили через кожу чаще всего, поэтому их, бывает, обсыпает. И у меня ребенок, когда он ел цитрусовый, младший, когда я уже была в курсе вот этого всего. Но он поел, его обсыпало. У меня там свекровь говорит: «Ой, что такое? Больше не надо давать». Я говорю: «Надо, сейчас я еще поеду куплю». Я вообще для них была немножко ненормальная. Немножко, наверное, это мало сказано. Вот. И все, буквально там после небольшого количества у него было прям... Ну, сколько, наверное, дня 3 его обсыпало, и все, он больше никогда не реагировал ни на какой цитрусовый. Оно сделало свое дело. Поэтому, если что-то из вас выходит, из вас это выходит. Вы болеете не от того, что вы что-то словили, а вы болеете от того, что после марафонов и ретритов, не от того, что вы что-то словили, а от того, что у вас пошла чистка через вас. Света, как вы осознаетесь? Откуда в теле? Себя чувствую между лопаток, но там уже горбик. Благодарю вас. Это волшебно быть в вашем поле еще и... В вашем поле еще требуется. Ну, во-первых, я вам рассказывала уже тоже. У меня есть видео. Это было 2,5 года назад.
когда я ехала на велосипеде. Ну, вообще, первое осознание, когда я осознавалась, вот я сейчас пишу книги, вы в курсе, да, и я там уже вот эта вот рефлексия, вот эти вот видения, когда я раньше думала, что это я немножко ненормальная, это просто детские там фантазии, еще что-то, то сейчас понимаю, что у меня эти осознания шли, то есть я осозналась, эти слова пробудилась, просветилась, называйте как хотите, это с раннего детства было, но все время социумом закупорено, потому что я была всегда очень неудобным ребенком. У меня вплоть до того, что я и в садик даже не ходила. Меня выгнали из двух садиков не потому, что я была там какая-то хулиганка, а потому что все время со мной случались какие-то вещи, такие, которые были неприемлемы для взрослых. То есть то, например, там у меня собака заберет варежку, я побегу за собакой. Ну, не со зла, а ребенок побежал за собакой. И убежала на соседнюю улицу, на остановку. Меня там искали и заведующие, и воспитатели. Когда нашли, конечно же, пожурили, попросили перейти в другой садик. И вот таких историй у меня было несколько, пока уже мама с бабушкой посидели и подумали, как бы, ну, она ни в каком садике не уживется. Точно так же, как и школы, там до 4 класса меня переводили из школы в школу, потому что либо оставляли на второй год, либо переводили. Не из-за того, что я плохо училась, а из-за того, что со мной все время случались какие-то ситуации такие, которые были абсолютно неудобны для взрослых. Вот. Но и вот это вот осознанное, наверное, вот это вот состояние, да, когда вот, когда ты уже четко понимаешь, что с тобой происходит. Это когда я ехала на велосипеде, и такое глубинное, оно прям вот как светом. И ты понимаешь, что тело в тебе, то есть ты понимаешь, что ты то пространство, в котором нет... Скинуть фильтр не могу. Как... В котором нет границ, нет рамок, нет пределов. И ты очень четко понимаешь, что тело в тебе. И теперь ты им можешь управлять во благо себе и телу. Это другие состояния. И оно не может где-то базироваться. Оно уже, ты все время на него смотришь, как внутри себя. Приезжайте на ретрит, выведу вас в это состояние. А, благодарю. Было дело, депривировало на силе воли. Где-то часов с 4 до 5 было ощущение, что голову со всей силы сжимает сильный обруч. Так, несколько раз попыток. Это была месть от тех, кто пытается вогнать волны в тело? Нет. Нет, моя хорошая. Нет, это не от этого. Это у тебя, во-первых, нужно четко понимать образ жизни, да? И когда у тебя же были определенные моменты, достаточно глубокие, на разрушение нейросетей. И когда вот эти вот проходят моменты на разрушение нейросетей, и ты вдруг хочешь раз, и их сразу же возобновить, чтобы они у тебя начали выстраивать другие пути, другие дорожки. Конечно, это они сопротивляются. Это у тебя идет нестыковка физического тела, головы и психики. Это другие процессы. Так, Светлана, все-таки ответ на такой вопрос. Питаться в вечернее время один раз в сутки предпочтительно? Предпочтительно какими продуктами? Или это не особо важно? Благодарю. Да нет, ребят, важно. Важно питаться... Какими продуктами? Нужно смотреть, что у вас, например. Если у вас были какие-то медикаментозные лечения, блин, как убрать вот это вот? Мне уже не нравится, что оно выпрямляет прям лицо. Пусть я буду вот такая вот некрасивая, но я. Какими продуктами? Если у вас были какие-то медикаментозные лечения, если вы нервничали, если у вас были какие-либо перелеты, если у вас был какой-то стресс для физического либо психического тела, то здесь можно себе сварить рис басман,
красный рис, бурый рис, вот, какой-нибудь такой, вот, но не белый, обработанный, шлифованный, да, рис просто на воде, без соли, вот, и когда он уже сварится, полить обязательно, для женщины жиры очень необходимы, когда вы на еде, полить маслом холодного отжима, каким-нибудь вкусненьким, кедровым, рыжиковым, там еще какое вам приятно, не которое очень-очень полезно, а которое вам приятно. Полить, перемешать и под крышечку еще на 15 минут, и буквально горсточку. Вам этой горсточки будет предостаточно. Рис, он как вытягивать будет все на себя. И рис можно с овощами, можно там огурчик с зеленью сделать. Можно там, ну, помидоры нет, помидоры я бы не рекомендовала. Что-нибудь любое, любые какие-нибудь, с какими-нибудь любыми овощами. Например, то есть, ну, вам, я вам сейчас все рассказать не могу. Здесь смотрите, какой у вас образ жизни. От этого образа жизни вы уже что-то будете делать. То есть, конечно, например, либо дыню, арбуз, какие-то персики. Я бы не рекомендовала на ночь есть. Но если что-то хочется сладенько, то, например, там яблочки, да, можно там поесть, там яблоки, груши. Но груши нужно смотреть, какие летние, либо зимние. Они есть несколько сортов. Один сорт крепит, другой слабит. Нужно смотреть, что у вас по организму. Можно выпить смузи. Но если вы понимаете, что вы до следующего приема пищи даже как бы доходите, чтобы у вас не было такого, что вас начнет раздражать, и вместо того, чтобы думать о том, что с вами происходит сейчас, чтобы вы не составляли меню, которое вы можете поесть через несколько часов, чтобы у вас вот этого состояния не было. Все постепенно, все потихонечку будете проходить. И вот как раз в марафоне на переходе на другое питание мы будем делать определенные вещи, чтобы убрать воспаление ЖКТ, я его по-другому не могу назвать. Когда у вас начинается этот желудочный сок, просто вот вас начинает, ну давай поедим. Он не должен так вырабатываться. И у людей, которые не кушают желудочный сок, он не вырабатывается. Поэтому перед ними, как они говорят, а что тебе не хочется есть? Но если не вырабатывается желудочный сок, не идет оттуда сигнал, что как бы давай сюда что-нибудь закинем, то бесполезно. Ты можешь прям вот все что угодно передо мной есть. И это же ты ешь, это твой выбор. Мое тело уже этого не хочет, ему это незачем. Вот. А может, слишком сильное ожидание чудес и депривации сна тормозит мою депривацию? Я не знаю, какая у тебя там чудеса. Но ты можешь делать сама свои чудеса. Ты сама себя тормозишь не чудесами, а ты себе говоришь, все, с понедельника я делаю это. А потом такая, я же сказала, что со следующего понедельника, а не с этого. Вот у тебя вот это твое. Вот эту стадию переноси, и не с понедельника, а вот прям с этого момента, и тогда уже пойдет по-другому все. Про тошноту меня не всегда тошнит. Получается, иногда, когда делаю то, что хочу, начинает тошнить. Когда перестаю делать, тошнота проходит. А я вот, к примеру, не хочу прерывать процесс, а тело, получается, меня останавливает. Возможно, я сейчас не могу это описать. Ну так смотри, почему у тебя тело-то останавливает? Что ты, почему ты боишься так себе доставить какое-то удовольствие? Ты же не идешь в удовольствие себе, вообще не важно, что ты делаешь. Ты, скорее всего, даже все, что касается твоих близких, твоей семьи, скорее всего, ты делаешь это что-либо для них, чтобы их порадовать, не для себя. Ты для себя-то жить боишься. Поэтому то, что для тебя хорошо, а твое тело не дает, оно говорит, не-не-не, стопы, ты опять для себя? Тебе кто разрешил? Ты когда себе дала разрешение быть счастливой? Ты когда себе дала разрешение, чтобы тебе было хорошо? У тебя не принятие, у тебя сразу же все, пошло.
Светлана, благодарю за ответ на вопрос об отсутствии интереса. Подскажи, как сладить с умом? У меня загорается искра на то, что мне нравится и хочется. И тут же умом нахожу, что это неудобно. То не нужно и отказываться от этого дела, и уже не могу пересилить умозаключение. Как с умом ладить? А то он меня в бездействие уводит. Благодарю. С умом ладить? Просто скажи, как бы, мой милый ум, ты прав во всем, как всегда. Но я вот такая вот дурилка, и я все-таки хочу попробовать. Давай я попробую. А если у меня не получится, то ты опять станешь для меня самым лучшим и самым мудрым. И он такой скажет, ну как бы ок, ты же приняла его позицию и свою приняла. Ты не пошла в разногласия ни с чем, просто начала делать что-то свое. Светлана, подскажите, пожалуйста, как долго можно жить на жидкостях, настоях трав, настоях сушеных ягодах, винограда, ежевики? Заготовил сок облепихи и винограда. Виноград, ребята, вот облепиха, да, это шикарная ягода, а виноград это всегда брожение. Я бы вообще бы не рекомендовала. Это пока еще человек кушает, то это можно полакомиться виноградом. Потом это одно из самых первых ягод, которую нужно убрать. В настой. Если в день около 2 литров пить и менять их раз в месяц, хочу отвыкнуть от твердой пищи, слить ноги от варикоза и тромбозов, потом потихоньку входить в чистый, сокращая объем жидкости. И стоит ли употреблять масла? Масла бы я рекомендовала употреблять как минимум на первых стадиях, чтобы печень все-таки начала работать и отдавать вот это вот, запустилось вот этот желчный отток, когда вы пьете жидкости. Ну а жидкости смотрите по своему организму, нет инструкции. Но я знаю ребят, которые спокойно исцелялись от каких-то заболеваний, год точно спокойно на жидкостях жили. Так, давайте еще в другом чате я почитаю вопросы. Так, ждите. А где у меня еще? Вот еще чуть-чуть, по-моему, тут. Так. Я не хотела... Так, спасибо за отзыв огромный. Ребят, кто отзывы пишет, спасибо огромное. Они нужны не только мне, они в первую очередь нужны вам. Когда вы проговариваете, вы же себя строите с новой грани. Когда вы боитесь что-то проговорить, это же о чем? Вот смотрите, такой очень важный момент. Например, человек начинает что-то делать, и у нас есть такое поверье. Я это буду делать, но не скажу, пока не сделаю. О чем это говорит? Это говорит о вашей неуверенности. Не всегда. Есть некоторые моменты, например, людей, например, я вот сейчас что-то делаю, я не говорю не потому, что я понимаю, что я до этого не дойду, а чтобы не теребить, потому что вы же меня знаете, вы же мне многие начнете писать по определенным моментам. И на те вопросы, на которые я еще пока не смогу ответить, потому что я в процессе, мне будет, ну, как бы это будет тогда не совсем корректно. А если я, когда я, вернее, не если, а когда я дойду до этого этапа, то я тогда вам скажу еще раз, еще раз скажу, ребята, смотрите, вот это возможности не моего организма, а это возможности и вашего организма в том числе. Вы-то в большей степени здоровее меня, вы-то... Многие же не были в таких состояниях и на такой дозировке гормонов, как я. Вам же многим не ставили диагноз смерть. Поэтому вот это да. А в других случаях, например, ты говоришь, ой, я пойду, там, ну, не знаю, что там. Я вот сейчас там хочу носки начать вязать. Но я не буду никому говорить, что я буду носки вязать, потому что... Вот сначала свяжу, а потом скажу. Почему это часто бывает? Потому что голова уже говорит, ну я сейчас скажу, что свяжу, а потом у меня не будет денег там на пряжу, не будет времени, кто-то скажет, что я некрасиво вяжу, еще что-то.
И я тогда останусь балаболкой или балаболом. Поэтому я уж говорить не буду, я сначала сделаю потом это, только лишь поэтому. И вот когда вы записываете отзывы, это же тоже поэтому, потому что вы думаете, ну, как бы хочется записать, но с другой стороны, а вдруг я не настолько осознала все, а вдруг я какой-то не такой отзыв запишу, а вдруг я как-то не так выгляжу, и кто-то будет думать, что она там говорит, она вот выглядит вот так вот, не подходит там под этот, под какой-то момент. Или, а что он или она не могли осознать вот этого раньше, что ж только сейчас это, или да, зачем она нужна была, что за дебилы там потратили столько денег, и вообще осознания никаких не пришло. То есть много-много-много всего, что вам говорит, не надо, давай в стороне, пусть позаписывают другие умные, красивые, рассудительные, а я вот в сторонке постою. Чем больше вы себя проявляете в своем мире, вы как будете находить себя, если вы не проявляете себя через хоть что, через любое говнище проявляйте себя. Ведь через хорошее мы все такие, я сейчас вам покажу, что я еще вот это вот могу. Через это нам всем приятно проявлять, а вы через говно себя проявите и скажите, ну да, как бы я такая или я такой. И тогда вы начнете себя прощупывать, кто вы есть. Когда к вам начнут идти отзывы, так, у меня тут просто прерывалась своя связь. Или ребенок приходит мне и говорит, я двойку получил. Я говорю, отлично, теперь мы знаем, где у нас слабое место, что мы можем подтянуть. Понимаете, это же здорово. После взаимодействия с телефоном захотелось спать в привычный режим. Сделали легкую растяжку, призывая энергию рейки в ожидании эфира. Здорово. О, как я записала отзыв, и такая, эх, блин, а ведь увидят и узнают, что я тут что-то прохожу. Да, вот это тоже очень важный момент. У меня же, я же вам рассказывала, что у меня есть некоторые люди, которые в миллион раз известнее меня, которые у меня проходят индивидуальные марафоны, индивидуальные консультации, там, какие-то моменты, вплоть до строительства каких-то объектов, мы им обсуждаем, которые там строят там. И они не могут сказать у себя на публике, что я прохожу вот это вот у Лавровой, потому что кто такая Лаврова и кто такой, блин, там, миллионник этот. Да, и такое тоже есть. И это не хорошо или не плохо, это вы просто эту грань не готовы себе прорабатывать, вот и все. Но чем быстрее вы хотите вот выстрелить, прорабатывайте все грани, это же клево. И что узнать, что я тут прохожу? Кто, блин, узнает? Сама с собой второй год живу. Что-то там налепетало и отпустило меня, а то крыло аж. Да, здорово, ребят, это прям вот круто все. Классный отзыв, очень отозвалось про мало, много и пустоту, но смелости сказать это мне не хватает. Танюш, а давай. Давайте, лепите себя сами, прям вот через не могу. Так, еще два вопросика. Виноград сорт Изабелла, очень кислый, как лимон. Насколько знаю, Забелла из него вино делает. Он, наоборот, такой сладкий, с таким со специфическим таким букетом. У нас климат не особо позволяет вызревать сладким сортам. Этот сорт черного винограда, но кислый, сладость на заднем плане. Там до брожения вряд ли дойдет. Разбавлю горячей водой в 10 раз. И можно ли пить тепло-горячую жидкость? Благодарю. Конечно, можно. Как вы чувствуете, что у вас будут вычищаться? Конечно, можно. Ребят, ну, с кем... Кто в Москве? Скоро встречаемся в Москве на открытых встречах. На пране... На слете праноедов. Только там... Праноеды. Ну, так он называется, да. Вот.
Потом у нас с вами уже совсем скоро московский ретрит. Конечно же, жду, ребят, есть еще места, мы выбрали там большое место, поэтому присоединяйтесь. Потом сочинский ретрит, обязательно. Новый год у нас с вами, присоединяйтесь на Новый год. Войдем в Новый год, не войдем, а ворвемся, ворвемся через себя, через свои вибрации и будем выстраивать только свой вибрационный мир. Это вообще все про другое. Вы даже не представляете, ребят, это настолько круто будет, это прям, ух, до мурашек. Вот. Ну и, конечно же, марафоны. Все, что могу вам дать в записи, чтобы не прощупать вас, и то старалась какие-то моменты видеть и смотреть по генетической цепочке. Конечно, это не так, как на ретритах происходит, но все равно. Вот, поэтому на марафоны присоединяйтесь. Если кто не знает, какие марафоны, периодически скидываем плашки, какие встречи, какие марафоны, что есть. Вот, поэтому присоединяйтесь, все стараемся сделать, чтобы максимум уместиться, чтобы заплатить за жилье, чтобы заплатить ребятам, кто в этом участвует, вот, чтобы оплатить себе проезды. То есть у нас, я занимаюсь еще немножко другими делами. Нет такого, что мы там на каких-то этих зарабатываем миллионы. Нет, все у нас вот так компактно. Стараемся выжить то, что стараемся, чтобы прям чем больше будет у нас вокруг нас осознанных людей, прям таких, ух, могучих, тем круче будет. Мы с вами сделаем наши вибрации. Я даже в этом не сомневаюсь, ребята, абсолютно не сомневаюсь, потому что нас становится все больше. И мы прям с вами крутые, да. Мы будем это менять в плотную энергию. И это вообще все про другое. Всех вас обняла, всем спасибо. Во вторник эфир будет, я уже буду в Сочи. Все. Все вопросы админам либо на топлинке. Набирайте просто топлинк Лаврова Светлана в любом поисковике. И там у вас вы вылезет вот эта вот плашка, либо школа автономии, либо топлинк. И там все-все-все тоже расписано. Всем пока. Котят. Кому нужно котят, берите. Иначе, если я их не отдам в ближайшее время, я их вообще уже никуда не отдам.